Это сиреноголовый. Теперь он нас точно найдет. Мама, выключай скорее телефон! Кто здесь? Ульяна, ты что, пришла уже? Кто там? Ульяна, это ты? Ты что так долго не открывал? Я боюсь. Там сиреноголовый. Где? Там, в спальне. Не может быть. Пошли посмотрим. Я боюсь. Не бойся, пошли. Я же говорю, тебе показалось. Да забудь ты уже про этого сиреноголового. Уже столько времени прошло. Он уже, наверное, сдох в своем лесу. Ты думаешь? Хочешь, пойдем в лес и убедимся своими глазами, что его там давно уже нету. Не, давай лучше не пойдем. Да пошли, как раз убедись, что его там нету. Пошли, пошли быстрее, пока не стемнело. Это я. Захар. Захар, ты где? Странно. Быстрее иди. Ты что плетешься так медленно? Быстрее, мы опоздаем. Я не хочу туда идти. Давай вернемся обратно. Вернемся? Ты что, боишься, что ли? Испугался? Ничего я не испугался. Просто идти я не хочу. Так и скажи, что ты трус. Я не трус. Пошли! Это же Захара телефон.
А где телефон? Кажется, я его там оставил, когда убегал. Как он здесь оказался? Алло, мам, я тут Захаров телефон нашла. Да, но Захар пропал.